Что такое семья? Быть может, семья — это один из шедевров природы. Шедевр, в котором самая важная часть — это любовь. А может, семья — это люди, без которых ты чувствуешь себя одиноким. Наверное, семья — это когда все просто. Просто чаепитие с чем-нибудь сладеньким после 22. Просто разговоры за ужином, как прошел день и мечты о новогодних подарках. Семья — это те люди, которые готовы тебя поддержать вопреки всему. Каждая семья крепка, если миг счастья повторяется многократно. И неважно, сколько нам лет, нам всегда нужно место, которое можно назвать домом. Потому что прежде всего семья — это атмосфера. Цветочная мастерская «Мороз». Создаем новогоднюю атмосферу.